То есть ты говоришь, здрасте, можно пройти? Да, конечно, паспорт, давайте, ты все, есть в делах. Открываешь, о, девушка, вам кто-то усы подрисовал. Ой, простите, ради бога, и все. Понял, короче, ты сначала смеешься, потом резко у тебя меняется эмоция. Вадим Ковальчук – родоначальник первой красноярской инклюзивной команды КВН. В студенчестве парень сам увлекался юмором и играл за сборную Левобережья. Месяц назад ребята с ограниченными возможностями здоровья попросили его помочь организовать свою особенную команду. И вот юные КВНщики первый раз вышли на большую сцену. Зал принял их на ура. Как только они вышли на сцену, как только первая шутка зашла, как только зал посмеялся, все, с этого момента все пошло как нужно. То есть они подхватили эмоцию от зрителя и дальше просто били шутками зал. Поэтому они были в восторге. У нас точно такой же КВН, как и везде. У нас такие же репетиции, такие же проблемы, как у всех команд. Все это эмоции, истерики на сцене, там написание шуток. Все точно такое же. Ребята готовы шутить над собой, и это важно, говорит Вадим. Юмор помогает им легче относиться к своим недугам и придает недостающей уверенности. Было очень много вариантов названий. Ну вот остановились пока на Люди Икс. Наша команда, думаю, что имеет какие-то сверхспособности. Мы вот от этого отталкивались, что мы хотели быть супергероями. В жизни эти пятеро харизматичных ребят – лучшие друзья. Вместе ходят на занятия в театральную студию, в спортивные секции и вместе решили заняться КВНом. Шутки придумывают коллективно. Ребята признаются, никто из них и представить не мог, что спустя какой-то год над их юмором будет смеяться весь зал. Ведь даже просто выйти на сцену для них уже подвиг. На самом деле, если то, чем они занимаются, доставляет им радость, доставляет удовольствие, заставляет их улыбаться. Это, конечно же, делает их жизнь ярче, счастливее, это 100%. В планах у Людей Икс попасть в любую официальную лигу КВН, а в мечтах оказаться на одной сцене с легендарным Масляковым. Наша съемочная группа Наталья Жарнова и Артем Иванов пообщались с жизнелюбивыми КВНщиками и поверили в их силы.